У меня российское гражданство вообще. Я прибыл также, потому что я испытываю страшный стыд и вину за то, что произошло в России, за то, что мы коллективно привели к власти нашего фюрера и воссоздали в России самый настоящий фашизм. Я думаю, сейчас многие так испытывают. Вот этот коллективный Путин, он нас загнал в шкуру немцев 45-го года. Но тогда им стал помогать весь мир, а России никто не будет помогать. Путин уже проиграл эту войну, потому что он хотел уничтожить Украину, но уже война еще не кончилась, а он уже уничтожил Россию. И в этом огромная роль украинской армии. Я горжусь тем, что я нахожусь с этими ребятами и могу видеть их подвиг воочию. Сергей, ну а вот как вы вот оцениваете эти действия против русскоязычного Харькова, русскоязычного Мариуполя, русскоязычного Донбасса? Что ж там за националисты такие, что приходится стирать с лица земли полностью русскоговорящий Мариуполь? Это как вы, вот как вы понимаете эту логику действий как гражданин Российской Федерации? Мне не надо быть гражданином Российской Федерации, чтобы понимать эту логику действия. Я хочу вам сказать, что они делают это, чтобы вызвать панику, чтобы как можно больше людей бежало из городов. И тогда Путин может это представить как свою победу. Но у него не получится. Он, понимаете, он не может позволить себе проиграть. А выиграть в честном бою солдаты против солдат, он не может, поэтому он вымещает злобу на мирном населении. Это идет война на уничтожение. И отвечать им надо ровно так.